Депутат Государственной Думы Роман Терюшков провел личный прием граждан в городском округе Люберцы. Встреча прошла в исполкоме политической партии «Единая Россия». К парламентарию обратилась жительница поселка Томилино. Мама двоих несовершеннолетних детей просит помочь разобраться с вопросом, связанным с бракоразводным процессом. К изучению ее проблемы Роман Терюшков подключил коллег из Совета депутатов городского округа Люберцы. Отмечу, что записаться на прием к представителям областной или Государственной Думы могут все желающие. Записаться можно через общественную приемную партию «Единая Россия». Обращается достаточно большое количество людей, и у всех спектр вопросов достаточно широк, от социально-бытовых до проблем, которые возникают в ходе несовершенства нашего законодательства. Достаточно большое количество заявлений связано с специальной военной операцией. Многие не могут выяснить судьбу своих вторых половин или детей, или мужей. И, конечно же, здесь у нас налажен достаточно хороший контакт с Министерством обороны. И заявителям мы отвечаем достаточно быстро, и находятся родственники.